Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами играть в игрульку Far Cry. В прошлой серии мы с вами нашли Сида, Иосифа, который там был в своем Эдеме, Хуеме. Да, и сейчас у нас задание вернуться назад. Хёрк с нами. Вот, мы внутри этого нового Эдема после взрыва. Можно вот еще посмотреть тут. Полазить. Этого чувака прокинули. Вернулся Иосиф. Это хотел править. Ну, в общем, смотрите. С предыдущей серии все. Те, кто не смотрел, спойлерить не буду. Вот. Ссылка на плейлист в описании. А мы с вами движемся. Да, нам дали этих навыков. Ладно, получим. Пофигу. Есть еще вот такие какие-то. Прыжок веры. Призрак. Это Иосиф нам дал. Гнев. Чем держим, чтобы давайте скрытность. Блять, потратил на какую-то хуйню. Ну ладно. Так, карта. Двигаемся с вами сюда, на быстрое перемещение. Путешествие. Кататься по этому беспонтовому миру, где что-то происходит, не совсем хочется. Вот. Я думаю, наверное, близок уже конец. Финал нашей с вами эпопеи в защите округа Хоуп. Поговорите с кем. Ну, с вами базу мы прокачали нормально. О, пьёс, блядь. Секундочку. О, так, настройки. Побольше добавлю. Куда нам? Где его искать теперь?
Пошлите, спасем Джину. А, туда. А что-то непонятно, а где этот? Где этого искать? По-моему, уже зачистили этот лагерь, нет? Ясно. Через мясорубку. А вот он. Сюжетка. Так, мне нужно пулемет свой забрать. АК. Два колпака. Так, где? Хоть этот лук. Так. Погнали, 300 метров. Пешком пойдем. Тачку будем угонять? Нет, пешком пойдем. Так, доберитесь. Сейчас там ломим всем. Вернемся через мясорубку, тоже отоварим. Бля, ты серьезно? Пойдемте по мосту. Пойдемте по мосту. Не туда иду, блять, пиздец, короче, какой-то. Блять, ладно. Не хочу, чтоб нас... Да. Сожрали рыбы эти, как в прошлый раз, блин, какой-то гипопотам. Поэтому я... Чё за бомбардировка-то? Поэтому мы с вами... Успеем перейти. Я просто думал, нам что вот на тот лысый лес... Ну, блядь. Короче, простите. Такс. Позиции снайпера.
А у нас есть. Да. То, блядь, еще. Что-то по 60 было же нормальным. Зада, блядь, жена по... Ёпта, блядь. Детей взорвали, что ли? Чё, блядь, происходит? Ладно. Да куда ты полез-то? Блядь. Ах ты, сука. Кто, блядь, раздает дело? О, все, полетел нормально. Блять.
Все, полетел. Все, пока. Дети, придурки. А что надо сделать? Сколько защищать-то ее? Куда-то. Да, блядь, снайпер. Да ладно, блядь. Да, первый раз мы с тобой нормально подзорвались. Все, что ли? Ну ладно, погнали. На следующее очередное задание. Так, мы сюда, наверное, переместимся. Быстренько пополним боекомплект. Нахер этот сраный лук, возьмем базуку на всякий случай. Чтоб нормально там зарядить вот это. Так, где? Так, вон. Так, где у нас базука была? Мы купили же базу.
Идите вдоль труб. А чем там использовать? Что использовать? Вдоль каких труб там, блядь? Короче, мы проебали эту миссию с вами. Что, блядь, случилось-то? Куда, блядь, бежать? Что делать? Хуй поймешь, ладно. Ладно, попробуем еще раз. Что-то непонятно вообще. Что делать? Еще с пистолетом вылезли? Ну ладно. Да, блин. Да, блядь, заебали она. Так, мы же сюда и попали, да? А куда дальше? Ладно, со 102.
Так, ну идите обезвредьте, а чё обезвредить-то? Чё искать-то, блядь, не поймусь. Да, блядь, где ты еще? Ёпт. Ну, подумаешь. Ё-моё. Ладно, бывает. Разброс брали большой. Ну что, бывает. Надеюсь, с этой.
О, блядь. Где ты? Ёбни ему из гранатомета, да. Где он? Какой-то, блядь, бессмертный. Посмотрим, что за стволы и что оставить. Как ты, блядь, раз попался в это дерьмо, блядь? Нормально так, Микки и Лу. Кого-то мы укокошили, по-моему, хребет переломали, да?
Понятно, все проблемы кроются в детстве. Любите своих детей под прикрытием. Ладно, давайте на этом заканчивать. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем спасибо. Всем пока.